Ребят, привет! В сегодняшнем видео я хочу поговорить про свет на велосипеде. И в данном конкретном случае я буду устанавливать переднюю LED-фару на фэтбайк для бати. Кажется, нашел идеальную фару для перфекциониста. Мало того, что сама фара имеет массу достоинств, так еще и в комплекте идет вот такое вот пластиковое крепление, которое центрует фару посередине руля. Сейчас закрутим вот эти вот болтики. Кстати, бывают, попадаются с шестигранником головки таких болтиков, но вот мне повезло, попалось с крутилочками. Это гораздо лучше, то есть не нужен дополнительный инструмент, чтобы установить крепеж. Сама фара вот так вот на салазочках легко защелкивается, правда сейчас ход туговат, но это только в плюс. Сейчас установим аккумулятор и все вам покажу, как это работает. Кстати, аккумулятора в комплекте не было, я покупал его отдельно. И посмотрите, как мне удалось удачно купить. Тут оранжевые вот эти вот прокладочки, чтобы не царапало раму, они совпадают по цвету с элементами фары. И это даже плюс, что аккумулятора в комплекте нет, потому что обычно в комплекте кладут, ну, совсем уж дешевые аккумуляторы. А здесь я купил удачный, как мне кажется, вариант 5200 мАч, 8,4 вольта. Вот в таком вот компактном корпусе. Здесь получается две банки 18650. Сейчас закрепим на раму. Примерно вот здесь. Так, крепится это все на липучку. Так. Сейчас подтянем. Угу. Вот так вот. Ну и думаю, сам провод я закреплю под лямкой сумки. Готово. Теперь осталось соединить коннектор аккумулятора с коннектором фары. И можно проверять работу. Тут есть резьба, есть уплотнительная резинка. В общем, соединение герметичное. Прежде чем я покажу режим работы фары, давайте посмотрим поближе на ее конструкцию. Здесь присутствуют две линзы, то есть два светодиода. Одна линза светит вдаль, направленным пучком, вторая линза рассеивает свет. И в итоге у нас получается равномерное пятно света. Не то, что на дешевых фарах, когда в середине яркое слепящее пятно, а по краям мало значимый ореол. И здесь такого не происходит. Ну, сверху находится кнопка включения, переключения режимов. Позади этой кнопки находится режим заряда батареи. То есть, когда подключаете батарею, он отображается, или когда фара работает, этот индикатор также отображается. И приятный бонус, который не был заявлен продавцом, и попадается, как выяснилось, рандомный. То есть, я заказывал две фары, в одной фаре это было, в другой фаре это не было. И это USB-разъем полноценный, то есть, вы можете заряжать свой телефон или, не знаю, камеру, как вот в моем случае. То есть, используя аккумулятор для фары, можете что-то дополнительно зарядить. Ну, возможно, сейчас попадаются лоты, где это отдельно выделено, то есть, чтобы заказать именно с USB-разъемом. Но, возможно, я попал как раз, когда попадаются и старые, и новые версии. Ну, продавцу претензий никаких нет, об этом заявлено не было. Ну и давайте продемонстрирую режимы работы фары. Думаю, нет смысла показывать, как она светит в ночи, потому что на видео это очень сложно оценить. Чувствительность поставил побольше, и все, уже фара светит хорошо. Поменьше, и уже кажется, что фара светит плохо. Просто поверьте моим словам, она светит отлично. Итак, когда мы включаем, фара включается на максимальную мощность. Нажимаем на среднюю. Еще раз нажимаем на самую маленькую мощность. Обратите внимание, свет переключается очень плавно, не резко вот так вот. Ну и четвертое нажатие – выключение. Если долго зажмем кнопку, то включается стробоскоп. Еще раз нажмем морзянка и высвечивается слово SOS. И третье нажатие выключает фару. На этом видео я закончу. Не забывайте поставить лайки. Кто не подписался, обязательно подписываемся. Это мне помогает снимать новые видео. Фару и аккумулятор ищите на AliExpress. Естественно, самое интересное именно там находится. Ну а я с вами прощаюсь. Встретимся на YouTube.